Билл Клинтон выписался в воскресенье из медицинского центра Калифорнийского университета, где проходил лечение. 75-летний экс-президент США был госпитализирован в минувший вторник из-за инфекции, не связанной с COVID-19. За 20 лет, прошедших с тех пор, как Клинтон покинул Белый дом, он перенес операцию на частично разрушенном легком. Ему делали 4-кратное шунтирование и имплантировали стенты в коронарную артерию.